Корень всегда растет вниз, в каком бы положении ни находилось семя. В какой же части корня происходит рост? На корень нанесены тушью метки на одинаковых расстояниях друг от друга. Теперь ясно, что рост происходит ближе к кончику корня. Клетки делятся, образуются все новые и новые. Они увеличиваются в размерах. Благодаря этому и происходит рост корня. Растущая часть корня, как у главного, так и у боковых корней, расположена близко к их кончикам. Посмотрим, что произойдет, если у растения удалить растущую часть главного корня. Главный корень прекращает рост в длину. Боковые корни продолжают расти.